Сегодня у нас четверг, 16 июля. Вот пришли ребята тут с Владимиром Юрьевичем пособирать жуков. Сейчас вот я подошел проверить, как у них тут происходит. Тут еще Оля помогает тоже. Сейчас увидим, сколько они тут их наловили. Картошка большая, хорошая. Но на следующий год я буду пахать. Тут я в этом году не пахал. Было много сорняка. Лучше пахать, конечно. Ну что, Оля, как ваши успехи? Полная банка. Полная банка? Ой-ой-ой. Полный, уже некуда. Ужас. Там все собрали, 5 арбузов, я так устала. Володя, 5 арбузиков там обнаружили. Да? Да. Смотри, сколько мы все делали. Не влазят, вон, да мы все вместе сделали. Сейчас побомлились, мы поблагодарили. Там 4 арбуза или 5. 6. Молодцы, спаси Христос вас. До конца мы прошли, уж какое качество, не обессудьте, как говорится. Да, конечно, еще бы. Вот. Качество видно. Да. На лицо. Дядя Булан, проходи. А кстати, а вам... Дядя Вова! Че, дядя Вова? Вы что там не пуляете? Жук? Конечно. Вот так вот. Трудяги мои. Спаси Христос их. Ну, жуков, конечно, много еще. Ну, что сделаешь? Тут без них никак. Вон они сидят еще. Слава Богу за все. Где-то арбузики какие-то. Тут опять он уже березка вот эта вот вьюнок так называемый все затянул. Вот, слава Богу, все. Аллилуйя.